поженимся. И тогда я смогу жить легально, как твоя жена. Поженимся с тобой, как классические немецкие. Ради места общежития. Не только ради места. Ну ладно, все. Поступим с тобой как цивилизованные люди. Так, правила коммунальной квартиры. Не шуметь, никого не приводить, денежки, естественно, вовремя. Так, вот ключи, обустраивайтесь, пожалуйста. Если будут вопросы, звоните. Да, все счета по квартире, пожалуйста, мне. Естественно, вместе с денежками. Ну все, я побежала туннель.